Наталья Алексеевна Чирикова – педагог в пятом поколении. То, что она будет заниматься волейболом, определил отец и записал ее в спортивную школу. Так начался ее путь в спорте. А свою собственную мечту стать танцовщицей осуществила много лет спустя дочка Даша. Уже изначально не стоял вопрос, быть или не быть тренером. После окончания Кубанского государственного института по физической культуре и спорту она совмещала работу учителя физкультуры во второй школе и тренера спортивной школы «Олимп». Да так успешно, что ее воспитанники не раз отбирались в сборную края по волейболу. Ее ребята, так сказать, показывают себя очень разносторонне, то есть подходит для сборной России по своим критериям, по своим физическим данным, ну и другим качествам. То есть вот, глядя на игрока, можно определить, так сказать, тренерские возможности, ее компетенцию. В 2010 году для участия в российских соревнованиях создан Казачий военно-патриотический спортивно-технический клуб «Наследники» Георгия Жукова, в который вошли воспитанники Натальи Чириковой. С этого момента у ребят появилась возможность участвовать в чемпионате России, первенстве России среди молодежи, а с 2011 года и в европейских турах. В группах Натальи Алексеевны, что называется, нет текучести спортсменов. Пришедшие сюда однажды мальчишки остаются, как правило, до окончания школы. Мне очень нравится заниматься. Тут я встретил новых друзей. И я теперь отсюда никогда не уйду. Спасибо нашим тренерам за то, что мы ездим на соревнования, на все, на международные соревнования. Были в Соединенных Штатах, все благодаря ей. В сборной России, в молодежной, до 19 лет. Ну, все благодаря нашему тренеру, без него бы ничего не получилось. Успешными были все соревнования, в которых участвовали воспитанники Натальи Алексеевны. Но наиболее важными были достижения чемпионства во всекубанской спартакиаде на 4-м и 6-м году обучения в классическом волейболе. А в пляжном волейболе высокими были призовые места в первенстве Краснодарского края, спартакиаде молодежи и кубке Краснодарского края. Дети всегда с охотой и с удовольствием идут на ее занятия, на ее тренировки. И Наталья Алексеевна является истинным педагогом дополнительного образования. Работа на первом месте, а семья неразрывно связана с работой. К походным условиям с пеленок привык сынишка Данила. На 7-й день после выписки малого уже начала работать в спортивном зале. Ребенок спал только под стук мячей. Просыпался, когда мячи прекращали стучать, и требовал кушать. Кроме педагогической и тренерской работы, широк мир увлечений Натальи, связанных со спортом. Это дартс, армрестлинг, спортивный туризм. Она с детьми и мужем любит путешествовать и фотографировать, а еще готовить новые блюда для семьи и петь. А ты придешь совсем В 2010 году Наталья Чирикова стала лауреатом премии губернатора Краснодарского края Александра Ткачева «Лучший учитель Кубани» и победителем конкурса «Название народный учитель». Ее имя в книге «Народные учителя России 2010». В ближайших планах – выступление в финале конкурса, который пройдет в ноябре этого года в Москве. А на перспективу… Наше желание и наша главная задача – попасть на европейские, на мировые арены. Но самое главное – обязательно стать олимпийскими чемпионами. Ура! Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.